тушить пожар в смертельной розни струями красных жидкостей из жир. Кому я говорю? Под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Вы оба, Капулетти и Мантеки, резней смущали уличный покой. Если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной. А вас, Мантеки, жду я в Белофранке. По делу этому в течение дня. Ну что ж, под страхом пыток разойдитесь! Да разойдитесь вы уже! Кто сызнова затеял этот спор? Скажи, племянник, ты ведь был при этом? Я нашу дворню в челяди врага уже застал в разгаре рукопашки. Едва я стал их разнимать, бежал Тибарь, неистовый, махая шпагой. Он вызывал меня на бой, а ветер насмешливо свистел ему в ответ. Покачали давали ему удары, я стал проявлением кружавшихся родов. Явился князь и родственник Дурчинов. А где Ромео? Виделись вы с ним? Он не был тут. Он правда не видел? Сударь, за час перед тем, как солнце окно востока залило дождло, я в беспокойстве вышел на прогулку. Пересекая рощу Сикамон, у завтрака с хором, я натолкнулся на сына вашего. Он там гулял в такую рань. Я зашагал к дому, но он, увидев меня, скрылся в глубине. И так как он искал уединение, я его оставил на дому. Его там часто по утрам видали. Откуда этот неотступный мрак? Хочу понять, не пойму никак. Вы знаете причину его видения? Не ведаю и не могу узнать. С расспросами к нему вы обращались? А как же? Я и лучшие друзья. Но он не проницаем для расспросов. И отовсюду так же защищен. Как червяком пропущенная почка, которая не выведет листа. И солнцу не откроет сердцевину. Ты спрашиваешь, знаю ли я причину? Когда бы я знал печаль этой сути, я бы излечил больного чем-нибудь. А вот он, вы здесь как бы случайно. Увидите, я доберу ее тайны. Оставлю вас вдвоем, как исповедника с духовником. Ромео, добрым утром. А разве утро? Десятый час. Как долго час тоски. Какая же тоска, тебе часы, Ромео, обвиняют. Тоска о том, кто мог бы их сократить. Ты по любви тоскуешь? Нет. Ты любишь? Да, я думаю, что тоскую по любви. О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла неумолима. Что есть любовь? Безумие от угара, игра с огнем, ведущая к пожару, воспламенившимся море слез, раздумья необдуманности ради, смешение яда и противоядия. Прощай. Постой, ты слишком скоро. Пойду я, но кончим разговор. Она не в шутку женщина, приятель. Нет, не шутя, скажи, кого ты любишь? Она не в шутку женщина, приятель. Я так и знал. И бью не в бровь, а в глаз. Легко, стрелок, но дело не про нас. Советую, брось помысла о ней. Так посоветую, как мне проще думать. Дай волю и простор своим глазам. Другими полюбуйся. Это способ признать за ней тем больше совершенств. В разрезах черных масок сверкают лица женщин новой белизной. Ослепший вечно помнит драгоценность утраченного зрения. И также я в лицах красавиц прочту напоминание о той, кто без сомнения лучше всех. Забвение все же я не научился. Я научил. Как ты меня не хитрился? Сегодня вечером
нас прием. Мы ежегодный праздник задаем. Тут соберется множество народу. Мы будем рады вашему приходу. Вы попадете на богатый съезд, как звезды ночи блещущих невест, и будете свидетелем веселья, подобному разливу вод в апреле. Когда вас окружит их хоровод, и вы очутитесь среди красот, решите вы, какая с большей силой воображение вашего родителя. Без права на такую похвалу дочь тоже ночью будет на балу. Пойдемте, граждан. Всех приглашенных обойди по списку. Скажи, что имя здесь стоит, что вход для нас широко не открыт. Обойди по списку. Да кто ж поймет этот список? Может, здесь сказано, что дело сапожника хороши, дело портного голубя. Пойти по списку. Скажи гостям, чье имя здесь стоит. Да ты мне скажи, чье имя здесь стоит. Для этого есть, который умеющий. Да вот они, легки на помине. Молчи, мой друг. Огонь огнем встречают беду бедой, и хворь лечит хворь. Кружением вспять кружение прекращают, и ты с бедой так же спорь. Схватить старайся новую заразу, и прежде не вспомнится ни разу. Хорош при этом так же по дороге. При чем? При переломе ног. Что, ты не спятил? Нет, не спятил, но как спятивший с ума, замучил испарительной рубашки. Здорово, сэр. Вы мастер ли читать? О, да, свой жеребий по складам несчастья. Спасибо за откровенность, но нам нужно который подвезут. Постойте, опишите, давай пришли. Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, граф Ансельм и с его прекрасными сестрами, с доступающей госпожу Петрулью, сеньора Плаченц и его милых племянниц. Сеньора Куцио с его братом Валентино, дядю Капулетти с женой дочерьми, прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньору Валенцио с его братом Тибальто, идущего в его резмушку Елена. Прекрасно выбрал жизнь. Он стал конец. Дом. Чей дом? Хозяйский дом. Об этом все я должен был спросить тебя заранее. Об этом я сам скажу. Мой хозяин богач Капулетти, может, слыхали. Если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на чарочку. У Капулетти, кроме Азолины, твоей зазнобы, тут на балу виднейшие красавицы Верона. Когда ты их сравнишь с твоей палой, непредвежденной, она тебе покажется вороной. О, если вы такие ситуации, богоступные глазами зрачки, пусть ваши слезы в пламя обратятся и вы сгорите, как еретики. Неужто зрением Бог меня видел, что я на небе солнца не увидел? Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы. Взгляни кругом на тех, кто попригожен, и вряд ли будешь петь одно и то же. Быть может, твой единственный алмаз простым стеклом окажется на глаз. Пойдем на бал, мы насмотрим собрание, а разведет это выше весы. Замолчи. Довольно болтать. Слушаюсь, сударыня. Да скажите, разве не умора?
Валори. Прячьте карпники на его лице, намеки ласки и очарования. Слечи его черты, как письмена, измерь, как каждая глубина. А если что останется в тумане, ищите ему в глазах истолкования. Вот там блаженство полный свод, и перепляты лишь не достает. Как рыба будет, с той же силой самой. Картина требует красивой рамки. Золотое содержание книг нуждается в застежках золотых. Вот так и ты, подумавши о муже, не сделаешься меньше или хуже. Не сделаешься меньше. Больше, сударыня, больше. Мужчин, женщин вполне. Ну что, займешься ты его особой? Еще не знаю, надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ. Сударыня, гости пришли. Кушать подано. Ну там вас кличут, не докличутся. Голодовой начал свет, стоит рубят кровицу. И все вверх дном. Побегу ко всем. Что скажете, красавица? Какая не станет после этого плясать? Сейчас
сидишь на танце, так и разбираешь. Нет, что вы, сядьте, где уж там лиса? Когда, спрашиваете, дядя Капулетти, лиса ли маслинку в последний раз? Привет, друзья! Играйте, музыканты! Танцоры! Давай! Чересчур на этот раз.
Все разошлись. Пойдем в мой подарок. Спокойной ночи. Спокойной сон к тебе приди, яркий мир.
Я одобряю. Что ж ты так сияешь? Сейчас тебе стыдно узнаешь. Вчера, когда на балке ранен был на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорее обоих. Вот я зачем в твоих спокойствующих покоях. Как с моментами, дорога. Я зла не помню и простил врага. Попроще сын. Что отвечать я стану, когда ты выслушаешь на дома? Дочка Пулетти знает про любимку. Ей такую же любовь внушил. Мы друг без друга часа не протянем. Все слажено и дело замечание. Подробности расскажу потом. Но перед этим пообещай лишь сегодня взяться за совершение брака. Святой Франциск! Какой переворот! Розалине уж речи не идет. Влюбленность в нашей молодежи не в душу, а в концах ресниц похожа. Не за нее было не нагонять? Не за нее, за ревность через край. Вот я и хладел, и тем скорее. Чтоб вновь увлечься вслед за нею? Но это предыдущая мечта от нас лобилась, это доброта. Прошу, скорей. Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть. Я ей покажу, как надо смеяться, подлая эта хвостунья. А если меня
этого, когда знаю, что закон моей стране не исполнит. Боже правый, я до сих пор не могу прийти в себя, и мне все так и трясет от злости. Подлая хвастунья. А, сэр, ведь я пришла совсем по другому делу. Моя барышня попросила меня кое-что узнать. Что она просила узнать, это, конечно, моя тайна. Но если вы ее собираетесь обмануть, это я слов не найду, как нехорошо. Погоди, нянюшка, во-первых, передает меня барышня поклон, уверяю тебя. Передам, я добрая эта душа, то-то она обрадуется. Что передать ты хочешь, я ее даю, не успела открыть порядком. Что вы уверяете? Это, как я полагаю, сомнение не было. Передай ей, что завтра в полудня она должна под любым предлогом прийти к келью брата Лоренцо. Там он нас отвечает. Не спутаешь? А это? Да полностью не надо, не получится. Ну вот еще, даю, так надо брать. Устрою, ладно, перейду к полудню. И там покараулишь человека с веревочной лестницей. По ней я сберусь на вершину счастья. Я тут подарю. Спасибо, Бог. Послушайте-ка, сэр. К чему на плете, я не пойму. Человек-то верный? Ручаюсь, он надежнее железо. Ну хорошо, моя барышня, послушайте, в городе есть человек, некто Борис, который не против бы ее заполучить. Ну, для него все равно, что и лягушка, ей-богу. И когда я ей говорю, что он более подходящая партия, чем вы, она белеет как полотно и вообще отнекивается все время. Что, слова Розмари и Ромео, не на одну букву? На одну, наверное, что же с этого? Какие вы насмешники. Это собачья буква, это совсем другое дело. Ваше имя не так начинается. Я знаю, она придумывает разные словечки на вас и не рассмотрит. Поклон, барышня. Да, 1000 поклонов. Петр? Что будет? Дай мне тебе выступать вперед, пока.
горячка. Ты не видишь, одышка на левом небе силы. Однако на одышке плакать есть силы. Ах, нет, твои деньги в ней, но полного рассказа. Провидела нас или нет? Скажи, я успокоюсь, отстану. Да скажи, провидела. Сама знаешь, в каком порядке. Ну, фигурант хорош, но хинами еще лучше. Они вообще лучше всякого сравнения. Да что уж там. Служи, детка, Валерин. А вы еще не обедаете? Нет. Все знала ты раньше. Свадьба что, что мне не сказала? Бабушку как звонит, ты-то треснет. И разлетится на 20 кусков. Ой, а поясница-то поясница. Ты полагаешь, Бог тебе простит, что ты до смерти меня загонял? Мне очень жаль, тут очень жаль. Ну что говорит Ромео? Как полагается человеку молодому, красивому и, главное, порядочному, он сказал. А где матушка твоя? Где матушка моя? Она в дому. Где же ей быть? Какой ответ мне? Как Лиза со свиданием узнала, где матушка твоя? Вот горячка, и этот не втерпешь. Моим гостям заслуженная грелка. Вперед летать со своими записками сама. Ромео. Ты нынче исповедоваться могла? Могу. Тогда иди порядки, потому что дело смешно. Ишь, кровь, ты как задела, заиграла, только палец покажи. Ну вот, храм у меня заплатили. Веревочная лестница нужна, ты только начала. Кто хочет всяк меня старуху научит? Да ночью и тебя, сладкий, научат. Пойду поем, а ты не опоздай. Спасибо. Thank you.
тебя застраховать на гарантии на час четверти. Застраховать тебя? Эх ты, гарантия. Живо!